не нашел других вариантов, кроме как обратиться с иском в суд. Петроэлектросбыт считает, что указанный счетчик фактически не установленный, поэтому счета приходят как, в общем-то, потребление, не учтенное по счетчику. То есть фактически сейчас выставляются повышенные счета, которые в три раза больше, чем счета, которые бы приходили, не испортили бы они счетчик. Мы решили предъявить иск в размере 1 000 000 000 рублей и еще 60 тысяч побочных расходов, которые мы надеемся получить с Петроэлектросбыта. Ну, безусловно, это мое субъективное мнение, но я считаю, что подобное поведение монополиста, оно, в общем-то, не должно происходить, особенно с учетом того, что ведь люди у нас в городе живут, которые не всегда способны защитить свои права. Я, к счастью, специалист, я профессионально занимаюсь тем, что участвую в судах, и мне позволяет мое образование заняться этим делом, чтобы, в общем-то, доказать и добраться до истины. Сейчас я собираюсь подать иск в Петроградский районный суд и надеюсь, его примут к производству. И, ну, наверное, в январе уже, как минимум, состоится первое судебное заседание.